Всем привет! Казахстанская фигуристка Элизабет Турсунбаева успешно выполнила короткую программу на международном турнире серии Challenger Audrey Nepala Trophy 2018. Спортсменка откатала свою программу практически без ошибок. Судьи оценили ее выступление в 69,99 баллов. По итогам соревновательного дня ее результат стал вторым среди всех участниц. Турсунбаева уступила только японке Рики Кихэри в активе, который 79 баллов. На третьем промежуточном месте расположился россиянка Станислава Константинова 65,03 баллов. Завтра, 21 сентября, Турсунбаева выступит в произвольной программе. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем я желаю хорошего дня. До свидания.